Вот я пошел в подвал показать вам, что здесь вообще находится в этом подвале. Вот видите, тут красотень. Просто красота. Вода стоит. Отопление, это, видимо, дали. Отопление, видимо, дали. Вот видите, я прохожу. Ищу. Видите, как это здесь все обалденно. Все вот они сделали, отопление дали. Горячее все. Обратка горячая, а это получается холодное все. Везде стоит вода. Видите, пар стоит. Все, видите, на дощечках. Все на дощечках. Где-то сделан полипропилен, а где-то нет. Вот, бежит все как из трубы, затопляет все. Сейчас пойдемте, я вам покажу все дальше. Все очень хорошо тут. Видимо, вот я иду в сапогах, как бы не утонуть. Видите, все, вот здесь вот даже, смотрите, все щиток, а все затоплено. Ну, как бы там возле него сухо, но все затоплено. И вот спокойно так раз. Вот туда даже я боюсь ступать, там просто-напросто вода стоит. Будь здоров тут. Вот. Вот, а видите, тут все текет отовсюду. А откуда его текет, непонятно. Не бежало же здесь. Все, видите, все в тумане, как в ежике. Как здесь дом-то рухнет же. Вот откуда-то бежит вода. Непонятно, что. Вот как. Все тут замечательно. Привет, откуда там бежит что? Вот. Все так очень хорошо. Даже боишься, чтобы не провалиться. О, откуда-то здесь бьет аж кипяток. Не видно даже, как в этом, в тумане. Тут просто-напросто все. Вот там, что ли? А, ну там, ну, внизу, ну там. Это все капотажно. Все понятно. Тут вот как все. Замечательно. И еще бы тут. Ну сейчас без толку вот это все. Тут надо. Короче, я выхожу отсюда. Дальше мне вам не показать. Дальше мне не показать. Ну вот такая у нас система. Выхожу я отсюда. Вот и все.